Вот я решил такой сделать небольшой нежданчик, оригинальчик. Не где-нибудь свидание, а? Mm-hmm. А просто вот все слышки. Просто да, так. Все. По домашнему, по дорожному от тебе. Это пока тебе. Снимай. Оп. Вот так. Возраст да. За нашу с тобой встречу. Да, конечно, сам давно это ждал, правда. Ты же не хотела? Не хотела. Ну, согласилась. Где таких еще поискать надо? Какой, ух, спортивный, да. Красивый. Вот уже скоро будут операцию делать. Так что не совсем, но такой маленький подвалочек. Ну, понятно. Скромненький такой вопрос, конечно. Почему скромный? А у тебя дети есть? У меня? Нет. Так а ты хочешь детей еще иметь? Ну, тут еще, да, вообще моя мечта, правда. Ну, мы, может, подумаем, может, еще и детей заведем. Правда? Кто его знает? Да, блин, это вообще будет самый счастливый день в моей жизни. Чем черт не шутит? Олег, знаешь что, ты, конечно, не обижайся, но, если честно, Таня тебе вообще не пара, вообще нет. Ну, понимаешь, я действительно ее люблю, но, блин, мне я люблю ее жалко. Потому что мне ее жалко, понимаешь? Угу. И понятно, что тебе ее жалко. А так, если честно, как-то не пара, нет. Да пофигу, елки-палки. Ну, ты сейчас, смотрю, уже перестал как-то пить, уже так как-то за ум взялся. Так уже давно, все. Давно уже. Уже все-таки 45 лет, нужно как-то думать уже о будущем, правильно? Тебе нужно детей заводить как-то равно. Ты что думаешь, что так вот ты меня пригласил там туда-сюда, мы шампили и все? Я считаю так, если мужчина хочет добиться, как говорится, женщину, девушку, ты мне тогда... Просвати меня, одень мне на этот пальчик колечко. Правда? Да. Ну, блин, будем добиваться тогда, уж.